Так, итак, окружность проходит через точки А и Б трапеции и касается стороны CD в точке К. Верхнее основание трапеции 2, нижнее 34, боковая сторона равна АВ, нужно найти радиус трапеции. Ну, для того, чтобы решить эту задачу, мы обратим внимание на условие, что углы А и Д в сумме дают 90 градусов. Что это значит? Это значит, что угол М тоже будет 90 градусов, потому что мы рассматриваем треугольник, который мы достраиваем из трапеции. И если два угла при основании 90 в сумме, то и верхняя тоже 90. Значит, когда мы это увидели, мы можем вспомнить, что отрезок касательной МК в квадрате равен МВ, умноженное на М. Это теорема, которую проходили в школе. Далее мы можем ответить, что треугольник БМС подобен треугольнику АМД. Ну, это просто доказать, мы не будем на этом заострять внимание. Поэтому БМ так относится к БМ плюс АБ, БМ плюс АД, то есть большая сторона треугольника, как 2 относится к 34. Ну, если мы сократим, тут 17, тут 1. Далее, из этой пропорции мы можем увидеть, что 16 отрезков БМ равняется 24. Откуда БМ? Это 1,5. Следовательно, МК квадрат это 1,5 умножить на 25,5. Откуда я это взяла? Это МА, то есть 1,5 и 24. Отсюда можно вывести МК. Поскольку я считаю, что те, кто решает эту задачу, люди сильные, то вы можете вывести сразу, что это 1,5 корня из 17. Далее мы можем увидеть, что точка О – центр окружности, проходящий через точки А и Б и касающийся CD в точке К. Следовательно, ОА равно ОБ равно ОК и равно Р. Центр окружности проходит через концы отрезка АБ и лежит на серединном перпендикуляре, то есть на OH. То есть AH равно BH и равно по 12 сантиметров. Значит, что можем сразу отметить? Так как этот угол 90 градусов, вот этот угол тоже 90 градусов, то эта фигура наша, а именно OHMK, это прямоугольник. Следовательно, OH равно МК и равняется 1,5 корня из 17. Тогда из треугольника ОХБ мы что будем с вами иметь? Мы найдем отсюда радиус, да? Радиус равен у нас это ОБ и равняется корень квадратный. Под корнем у нас 12 в квадрате, прибавить 1,5 корня из 17 тоже в квадрате. Ну, нетрудно посчитать, получаем 13,5. То есть мы нашли радиус. Значит, еще раз оговорюсь, поскольку у меня ограничено время по записи, не получается снимать большие ролики, то подобие вы доказываете сами, и все вычисления вы доказываете сами.